Привет, это Супралэн. 6 дюймов под миром этого замечательного пластикового человечества. В общем, в прошлой серии мы остановились вот здесь вот. Практически дошли до пляжа, там все весельчаки бегают. И мы сейчас тоже туда придем и будем там бегать, чилить, кайфовать. Будем на чили, на расслабоне с тобой. Несмотря на то, что сейчас у нас зима. В реале зима, а здесь у нас пляжные вечеринки сейчас устроятся. Так, главное здесь ничего не упустить. Знаешь, от чила, от всего можно же расслабиться и упустить всяко куча интересного барахла. А, насчет кристалла. Мне сразу начали писать в комментариях, а помнишь, в прошлых сериях всегда под кристаллами находились те вещи, которые соответствуют этому цвету. То есть под фиолетовым кристаллом мы нашли вот этот силовой куб, он тоже у нас фиолетового цвета. Под зеленым, скорее всего, будут, предположили, какие-то пушки, типа, например, телепорт-пушка, она же тоже зеленая была. Или что-то еще зеленое, что у нас было. Я не помню, правда, что у нас еще зеленое было. Ну да ладно, хватит тут тоже тараторить. Давай скинем вот эту штуку. Сейчас я к ней примагничусь. Здесь что, подожди. Вот это я могу активировать, опустить мостик. Но я хочу подняться наверх. Если у меня это получится. А у меня, скорее всего, это не получится. Запрыгнуть вон туда хотел. Да, облом пока что. О, давай вниз спустимся. Есть что? Нет, ничего здесь нету. Надо хорошенечко тут все область. Может, даже под водой есть какие-то пещерки. Вполне тут реально что... О, трубы. Я вижу трубы. Здесь ничего. Зачем здесь под водой? Видимо, мы туда как-то попадем. Лесенка специально для меня. Для тех, кто спустился в воду и хочет подняться обратно. Ну, понятно. Пиратский корабль, ё-моё. О, пони. Ой, пони, блин, этот. Единорожка. Пони. Пони-единорожка, пускай будет. Блин, на корабль хочу взобраться. Мне почему-то это все напоминает Roblox, где мы строили корабль и потом на нем плыли до сундуков с сокровищем. Хорошо, значит... А, смотри, подожди, вон там тоже гвоздь есть. А, магнит, на магнит поможет, точно. Я смогу туда запрыгнуть. Хорошо, опаньки. Вот мы и добрались до верха. Хорошечно. Здесь у нас тупо монет и походу больше ничего. Ради монет... силовый куб. Наконец-то у нас есть возможность забираться повыше. Это прям балдежно. И... Ого-го. Шестеренок сколько здесь, смотри-ка. Ничего себе. Стив, снова ты? Какая классная кирка у тебя, а? О, супергерой. Принц. На той стороне. Когда-то у меня была отличная кирка. Ты посмотри назад, там сундук сейчас обчешут. Мне ее дал мой красный приятель. А ты не красный? И не простая, а алмазная была кирка. Но она сломалась. О, повезло. Мне как раз не хватало немного металла для ракеты. Точно, ты же хочешь улететь, я уже забыл про это. Если я снова увижу того красного, ему не поздоровится. Скорее всего, это вот этот вот качок, да? Он такой возмущается, типа, че? Надо отсюда свалить. В общем, спасибо, что выслушал. Возьми это достижение, пожалуйста. Понятно. Короче, этот красный был тем самым принцем. А я получил достижение, вам очень жаль. Я в роли психотерапевта выступил. А что он там вот, интересно было? В сундуке что он взял? Я не заметил. Ты заметил, что он взял? Он, по-моему, просто искал металлолом. Ладно, я, возможно, этот металлолом потом с принцем... Я встречусь с принцем и обменяю этот металлолом на что-нибудь дельное, на что-нибудь важное для меня. О-о-о, буду торгашом. А я ему, конечно же, там ценник завышу и заберу у него какую-нибудь интересную штуку. Ну все, вроде бы здесь все. Можно спрыгнуть. Прыгаем вниз. О, мостик какой прикольный сделали, смотри. Интересно, он пружинит, нет? Чтобы в воду запрыгнуть, давай-ка. О, да, пружинит. И вот так вот в воду. Уху, бомбочкой, бдых. У меня, кстати, пресс появился. Ты видел мой пресс? Я накачался, наконец-то. В прошлые разы я его не видел, когда я подкачался. Сейчас, подожди. Вон. Там видно. Карандашиком нарисовано. Не настоящий, конечно, пресс. Карандашик. Ну да пойдет. Че расскажешь, дружище? Подожди. Я обожаю воду. Это так балдежно. В бикини девочка бегает. Ах, отличный день для погружения в жидкость. Вы дружите, да? Ну, походу. А вот эта семейка, которую я сюда сопроводил. Вы рады? Пора отдыхать. Красота-то какая. Мэм, а когда мы пойдем домой, мне уже надоело на этом пляже. Только пришел, ему уже надоело. Вот этот чижик в зеленой кепочке, что расскажешь?
пляжные спасатели не смогут устоять перед женщиной, от которой вкусно пахнет. А, ну от вас тоже вкусно пахнет, потому что на вас цветочки висят. Значит, вот сюда нужно принести какой-то зеленый шарик. Начинаем вспоминать прошлые головоломки в прошлых сериях Супраленда, когда там с шариками все это было замудрено. Можно помыться, смотри. Конечно же, на пляже как же без душа. Здесь у тебя что? Ух, какой-то качок. Я охраняю этот пляж и эту хижину, понял? А что, мне туда не пройти, да? Не-не-не, тебе сюда нельзя, проваливай. Да блин. Так, мне походу... Что ты тут нам скажешь? У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку, так что вперед. О, забег, да сразу с двумя. Прикольно. В трубу могу, наверное, залезть? Наверное. Сейчас проверим. В трубу залезу? Оу. Ух ты. Нет, наверное, не... А-а-а, горячо. Обжег свой жупец. Поджарил. Немножечко. Так, ясно. Смотри, вон там вот у нас спичный коробок стоит. А, так это, наверное, и есть раздевалки. Сюда мужчины заходят, да? Я охраняю этот пляж и эту хижину. Нет, тебе сюда нельзя все равно. Я все равно не могу туда зайти. А там кнопка есть. И почему же я не могу туда зайти? Кстати, цветы нашел. Цветы здесь нужны. А, вон, смотри, там душевая. И я могу вкусно пахнуть. Вкусно пахнуть для чего-то. Здесь у нас силовой куб надо поставить. Для того, чтобы активировать лифт. Я взбираюсь наверх. И забираю спички. Так, спички я сейчас... А, ну мне же их еще... Ну там был огонь, ладно, поэтому я их скидываю. Зажигать мне сейчас их ни к чему. Чтобы потом сюда не возвращаться и не подниматься. О, сколько монеток, сколько монеток. Вот эти штуки не магнитят. Сюда нужен зеленый какой-то штук притащить. Зеленый штук. Обалденный русский язык. У тебя нет нужной способности, чтобы решить эту головоломку. Так что давай пока. До свидания. А ты что скажешь мне? Эти кольца нужно активировать очень быстро. Не тормози. А, ну мы уже эту тему проходили, я знаю. Чё как? Чё как? Наверх-то можно как-то запрыгнуть? О, смотри. Лазечка есть. Но я туда... Хотя нет, я туда залезу. Тут же можно разбить вот эти блоки. А сюда нужна спичка. Но спичку так просто сюда не пронесешь, потому что здесь вода. Чё расскажешь? У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку, так что вперед. Так что вперед. Хотя можно обойти, слушай. Можно, хотя нет, не обойти. Я думал, здесь вот проход есть. Как-то надо сюда либо трубу затащить, либо отключить вот этот вот душ. Там видно, откуда вода идет? Нет, здесь не видно, откуда вода. Можно подхилиться. Я, пожалуй, этим воспользуюсь. У меня как раз там минус одно сердечко. О, да, масочка для моего лица восстановила мое здоровье. Здесь тоже проходик, смотри, есть. Кстати, да. Вот можно вот так вот пути освещать. Я про это тоже забыл, но вспомнил. Сюда не пролезть, прикинь. Не пролезть, я слишком жирный. Ладно, допустим. Окей. Куб можно вот сюда скинуть. И что-то откроется. Что откроется? Для чего? А, мостик поднимется. Ладно, сейчас я наверх поднимусь. А, кстати, смотри, наверху есть. Сейчас, минутку. Можно же зацепиться вот за эту штуку. Но что-то моя магнитная пряжка не хочет. Если я сделаю вот так вот... Давай. О, отлично. Вот, я поднялся наверх. Здесь могу Теслой-пушкой воспользоваться. Она открыла нам что? А, снизу двери она открыла. Угу. Могу... Нет, сюда я не спущусь. Могу еще подняться... А, нет, спуститься. Все, давай сейчас скинем, значит, наш кубик. Вот сюда залетаем. А еще выше могу подняться, да, кажется? Нет, не допрыгну. А мне кажется, что я смогу допрыгнуть. Вполне... Чуть-чуть мне не хватает, вот совсем чуть-чуть. Да, походу я не допрыгну. Не допрыгну, ну ладно. Силовой куб кидаем. Оп. Пароход вниз открылся. Бежим сразу вниз. О, сколько здесь огня. Его нужно потушить. Для этого нужно зайти в это помещение. Хорошенечко подумаем сейчас, как бы нам включить в этом помещении воду. Я видел трубу, вон она. Ага. А, там мусор. Если мусор, значит я буду вонять, если помочь в этом душе, правильно же? Надо его отсюда вытащить. Нафиг он нам здесь не нужен. Утилизируем. Губка, здесь есть... А, вот, мы сейчас при помощи губки и затушим там огонь. А здесь, кстати, смотри, пепелище. Кострище, которое не горит. Его можно поджечь.
можно поджечь. Но для чего тебя зажечь? Давай зажжем, пойдем, я же там спички скинул. Ух, сколько тут всего сразу-то понаоткрывалось-то, блин. Вот они, спички валяются. Сейчас одну возьму, зажгу ее вон об тот костер и перетащу его. Ага. И перетащу его вот сюда. Аж загорится. О, отлично. Все, пускай спичка тут валяется. А мы пойдем... Блин, надо обратно вернуться. Пойдем сейчас возьмем губку, намочим ее и в тоннель закинем. Опаньки. Берем губку, мочим ее. Давай. Ну, кажется, вроде бы как она намочилась. Я думаю, этого будет достаточно. И вот здесь вот ее кинуть. Да? Подожди-ка. Вот так вот прыгнули на нее. Она загорелась. Но, тем не менее, она потушила все. Сейчас посмотрим, что там внизу в туннеле было. Сказочно интересно. Опа. А, да рычаг, который открывает ту дверь. Хм, логично. Все очень логично. Возвращаемся обратно. Сейчас откроем. Точнее, не откроем, а зайдем и посмотрим, что же там великолепное нас ждет. Надеюсь, сундучок какой-нибудь. А если не сундук, то... То, что позволит нам решить дальше... Да, конечно, сундук. Ага, размечтался. А для чего нам вот это вот помещение? Видимо, сюда нужно губку положить. Тоже. Но для чего? Ну ладно, неважно, сейчас я сделаю это все равно. Закидываем. Вот, намочил. Давай-ка туда. С нее же капает вода, правильно? Капает. Вот, и пускай она дальше капает, но здесь вот. Только непонятно для чего. Для чего это? Тут смотри, тут девушка бегает. Че она говорит? Чудесный день на пляже. Ты какой-то очень бледный. Загар тебе не помешает. Это ты бледная, я-то синий. Мне вообще и пофиг на загар. Смотри, тут, короче, девочка бегает. Вот, видишь, как она бегает. Она бегает от... Ну, допустим, это раздевалки. От раздевалки к раздевалке. Но зачем? Может быть, мне ее нужно навонять? Ну, в смысле, губку. Пойдем-ка мы сейчас губку завоняем. Эта девочка пробежит, и она будет дурно пахнуть. Может быть, в этом замысел? Как бы иначе, зачем здесь мусорный мешок? Он же тут не зря висит. Дайте возьму. Опа. Так. Ой, я сам дурно пахну теперь. Ну все, я думаю, что... Нет, надо его вначале тут оставить, потом вытащить губку. Ой, она какая зеленая-то. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Закидываем. Пойдем посмотрим, что там произойдет с девочкой. Девочка бежит в другую сторону, но она воняет. Ты какой-то очень бледный, но она ничего не говорит насчет того, что она пахнет. Так, ладно, там ты помоешься, это я понимаю. Ты сейчас обмоешься и будешь чистой. А вот обратно. Слушай, а если губка зеленая, и я тоже зеленая, я здесь могу пробежать? Нет, не работает. Может, только с губкой? Пляж спасатели не смогут устоять перед женщиной. А, перед женщиной, подожди. Фу, смотри, что он ей говорит. Фу, фу. А если я буду вкусно пахнуть, то может быть... Подожди, перед женщиной, может мне как-то... А как мне? Ну я же мальчик, я же не женщина. Но если я буду пахнуть вкусно, то возможно что-то изменится. Но это не точно, ну давай проверим. Вот, значит. Интересно, а что будет, если у нас... Ой, скинься, кубик, скинься. Если у нас тут будет сразу и... пахнуть. А, нет, она просто скинула мешок. Я думал, если цветками и мусором будет пахнуть одновременно, что произойдет? Ничего не произойдет. Одновременно не может. Пахнуть только может одним чем-то. Либо мусором, либо... Ух, какой я пахучий. Вкуснятиной. Вот здесь остерегаться нужно, отбегать. Итак, что ты теперь скажешь? Нет, это не то. Пахнет вкусно, но... Не мой типаж, извини. Пропустить он меня все равно не может. Угу. Ясненько. А что у нас здесь было? Ух ты ж, нифига себе. Подождите-ка, дай-ка я еще посмотрю, что за... А, это батарейка. Я даже не видел, куда эту батарейку надо вставить. А вот это что за кнопка, подожди. Или... А, это не кнопка. Это зонтик нужно поставить. Подождите, дай-ка я это сделаю. Ура, тенек.
Возможно, эту штуку надо воткнуть куда-то в другое место. Я могу это сделать? Да. Могу я это сделать. Так, подожди, а если девочка будет пахнуть у нас очень вкусно, она будет подбегать и, может быть, на нее клюнут охранники, и они отойдут? Почему бы и нет? Так. Пошли быстрее. Девочка, вон она пробежала. Так, что охранник скажет? О, приветик, красотка. Охранник успешно отвлечен. Так, короче, когда эта девочка будет подбегать, мне нужно туда будет забежать. Вот, девочка бежит. Так, и мне нужно успеть туда забежать. О, забегаем. Отлично, кнопку активируем. Есть. Мы что-то активировали сверху. Пойдем посмотрим, что наверху. Подумаем, но чуть позже. О, синий. Опа. Что-то активировал. Прыг-панель наверху активировал. Но ненадолго. Угу. Ладненько. Запрыгиваем наверх. Цепляйся, пряжечка, цепляйся. Так. Что мы тут активировали? А, мы активировали проход еще выше. Это чудесно. Значит, вот она, прыг-панель. Эта кнопка активирует что? Вон ту прыг-панель. То есть, если я быстренько там пробегу, запрыгну на прыг-панель, потом сюда и вон туда наверх заберусь. В принципе, логично. Сундук. И там вон тоже что-то тайное, потайное. А вы тут что, кемпинг у вас? Зонтик им нужен тоже. О, приветик, красотка. Там охранник до сих пор на красотку балдеет, смотрит. Что расскажете? Отпуск наконец-то. Можно расслабиться. Какой вид, ты только посмотри. Да, вид балдежный, конечно. Ничего не скажешь. Вон туда бы прыгнуть. И еще бы наверх нам надо добраться. Подожди, а в палатку можно зайти? Не, в палатку мы не зайдем. Значит, туда можно. Можно, в принципе, допрыгнуть, попытаться вот отсюда. И вон туда тоже можно допрыгнуть. Можно допрыгнуть. Подожди-ка. Силовой куб. Давай. Опа! Красава. Что тут у нас? Регенерация. Регенерация здоровья. Нет, как КС-очка не получилось, к сожалению. Так, давай сейчас посмотрим. Если я с другой стороны пробегу, активирую прыг-панель. Я, наверное, не успею просто. Так, прыг-панель там активирована. Но я на нее не успеваю. Значит, нам нужно запустить бегуна. Вон того синенького, чтобы он пробежал и активировал нам эти синие дуги. Куда мы еще можем отсюда прыгнуть? Подожди-ка, примагнититься. Нет, ни к чему не могу. Хотя это деревяшка или это пластик. Ух ты. Смотри, там сундук. Смотри, что я на... Нифига себе, удачненько я залез наверх. Пойдем-ка посмотрим, как туда попасть. А как сюда попасть? Нажимаем на кнопку. А, ну и все, что ли? Мы просто пустили мостик, по которому заберем сундук. Я надеюсь на это. Как умно. Ладно. Не так все просто оказалось. Чуть-чуть надо было извилинами поразмыслить. О, монетки. 237 монеток. Куда мне их тратить? 240. Куда мне их тратить-то, ё-моё? Ладно. Что думаешь, дальше будем делать? Попробуем все-таки на корабль забраться, поискать ключик. Причем нужен ключик какой-то необычный. Необычный. Вот так вот через пальмы, потом вот сюда. Оп, все, мы... Там наверху что-то было, нет? Или мне показалось? Так, ясно, ключ. Угу. Сейчас, мне показалось, что наверху что-то было. Сейчас я посмотрю. Может, монеточка? Монетка, точно, монетка. А здесь ничего. Ну, прикольно, я на самый верх хотел сказать. Почти на самый верх запрыгнул, возле флага. Но дальше ничего. Окей. Батарейка. Для чего нам батарейка? Батарейка, скорее всего, на самый-самый верх нам понадобится. Пойдем решим вопрос с бегунами. Че расскажете, ребята? Че? Мы не можем начать забег, пока не услышим взрыв. А взрыв у нас от батарейки происходит. Я не сдвинусь с места, пока не услышу оглушительное бум. Ну же, кто-нибудь, давайте. Ладно, сейчас будет вам бум. Я взорву батареечку. Батарейка. Блин, где мне еще зонтик бы достать? Ну что, на старт, внимание, марш. Понял.
Значит, им нужно прям по духам. Прям по духам бомбануть. Давай, кубик. Ты мне нужен. Вот, отлично. Значит, кидаем батареечку. Она вон там вот остается. Ай, успел, успел. Чуть в огнище не улетела. Хватаем ее. Батарейка, достижение получено. Я ее сейчас намочу. Так, значит, смотри. Значит, смотри, что я делаю. Я сейчас запрыгиваю наверх. Вот так вот. И мне нужно грамотно скинуть батарейку. Прям в огонь. Если я промахнусь, то не будет взрыва. Блин, не вижу ничего. Ничего не вижу. Ну вот так вот надо, наверное, кинуть. Ой, нет, отключись. Бабах! Все, они побежали. Прыг-панель заработала, и я запрыгнул наверх. Чудно. Здесь тоже нужен зеленый шарик. Он будет нам доступен, когда я достану телепорт-пушку. И уже понятно, что здесь явно будет телепорт-пушка у кристалла. Опа. Опа. Все, мы запрыгнули повыше. Теперь сюда. Ой, качелька. Качелька. Так не работает. Пряжку активирую. Минуточку. Есть. Дальше туда. О, а ты тут что за чижик стоишь? Что расскажешь? Вот бы у меня было что-нибудь, на чем я мог бы перелететь туда. Вон там что-то тоже есть, смотри. Я туда, кстати, по-моему, не ходил. Или ходил. По-моему, ходил. Но об этом чуть позже. Ладно. Я могу тут примагнититься на что-то. Об эту штуку я примагнитился. Так, значит, я теперь могу управлять своей качелью, да? Вот вниз она опустилась. Давай. Вниз, 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 вниз. Вот. Теперь нужно успеть наверх подняться. Ну, а, куб. Для этого мне поможет куб. Кубик здесь. А сюда. Стоп. Открывашка где-то с другой стороны. А, вон туда мне надо попасть. А я ж туда не долечу. Как бы мне туда долететь? Как мне туда допрыгнуть? Вот это вопрос. Как бы мне туда допрыгнуть? Есть у меня одна, конечно, мыслишка, как туда попасть. Ну, как бы, я-то не попаду, это 100%. Все, я понял. Зонтик просто надо сюда притащить. Я посмотрел вниз и увидел. Надо по-любому спрыгнуть. Придется еще разок сюда батареечку притащить. Бегуны там? Да, бегуны там. Все. Короче, зонтик я сейчас туда затащу. Простите, ребят, нужно. Ура, солнце! Вон то, ура. Вон оно, чё? Ты посмотри. До меня наконец-то почти все доперло. Так, дама, ты где там? Если тебя вот здесь вот зонтик оставлю. Давай, беги. Мне нужно тебя оберегать от воды. Вот она пробегает. Есть? Все. Ты какой-то очень бледный. Да блин, не говори со мной. Иди сюда. Беги. Дама. Вот, забегаем. Что в сундуке? Пушка обойма плюс. Ясно, значит, у меня теперь... Нет, тебе сюда нельзя, я уже там побывал. Хо-хо-хо. Короче, у меня теперь, по всей видимости, вот эта пушка. Огненная пушка. Да, у нее обойм увеличился. Ну, это здорово. Значит, вначале мы туда запрыгиваем, ставим зонтик, от которого я отпружиню. Вот так вот. О, подожди. Че, реально, что ли? Я могу парить? Ну, как бы... Мне кажется, что зонтиком, что без, я одинаково прыгаю. И падаю вниз. Вроде бы как. Сейчас я зонтик поставлю и спрыгнем. Посмотрим. Вот, ребят, держите. Шикарно. Вы довольны? Так, давай теперь я тоже с этой же точки спрыгну и посмотрю. Я также буду падать? Да блин, по-моему, я также падаю. Разницы практически никакой. А теперь берем, значит, кубик ставим сюда. Нет, не туда, а прям вот сюда его надо поставить. Давай. Вот. Включаем батареечку. Батарейка, я иду. Есть. Ну, вроде бы все. Снизу я все сделал, за исключением вон тех вот зеленых дуг. Вроде бы как. Сейчас бомбанем, прыгнем. Давай, кидай. Да, блин, не так кинул. Ах! Бомбочка сработала. Прыгаем сюда. И теперь я должен отпружинить от. Да, именно так надо было сделать. Все чудесно. Теперь у нас там все открыто.
Так, подожди, смотри, качелька качается. Я теперь бегу сюда. Но я не могу допрыгнуть. Не могу. А, вот, точно. Опа, и все. Вот как это делается. Ну, наконец-то, телепорт-пушечка. Я бегу к тебе в зеленый твой... на твое зеленое свечение. Ну же. Да, наконец-то. Транслокатор, зеленая пушка. Что же она делает? Да мы все уже давным-давно все знаем, что она делает. А... Блин. Как бы... А как мне теперь отсюда выбраться? Есть тут где-нибудь отверстие? Наверх у меня снаряд не долетает. Он... Ну ты сам видишь, как он летит. Ладно, если я сделаю вот так вот. Запрыгну. Чуть-чуть вот не хватает. Вот прям совсем чуть-чуть. Если я его возьму и... Да, вот так вот должно получиться. Сейчас, минутку. О! Все, мы выбрались. Чудесно. О, тут еще и монетки есть. Балдежно. Значит, что мы теперь будем делать? Ну, во-первых, надо спуститься вот сюда. Вот так вот прыгаем. Потом вон туда надо монетки эти собрать все. Вот. Все собрать, ничего не оставить. Набить карманы. Смотри-ка, можно еще как-то вот так вот. А, через эти трубы. Ясно. Значит, теперь у нас есть зеленая пушка, и мы можем позволить сделать вот так вот, смотри. Нет, надо снарядик протащить именно. Ах, это будет... Ох-ох-ох, минутку. Сейчас я опущу вот эту штуку, чтобы она там нам не мешала. Вот. Пойдем. Пойдем. И теперь быстрей. Очень долго, надо как-то очень быстро это сделать. То есть мне не хватает скорости. И тут написано, что у меня всего хватает. У тебя есть все, что нужно, чтобы попасть туда. Но можешь попросить у кого-нибудь помощи, если... Если не справляешься. А у кого помощь-то попросить? Ты можешь мне помочь? Эти кольца нужно активировать очень быстро, не тормози. Ну, короче, учитывая, что там говорят про помощь, я сразу же подумал про бегунов. Они же очень быстро бегают. Сейчас я попробую. Я вообще хочу посмотреть, куда они бегут, в какую сторону. Так. Это я хватаю. Это я взрываю. Так, а куда вы бежите? Они очень быстро бегут. Очень быстро бегут сюда. А, они вокруг бегают. Они бегают вокруг. Угу. Ладненько. Давай-ка мы вот сюда сходим. Посмотрим, что вот это вот нам даст. Активировал что? Подожди. Активировал прыг-панель. Куда ты выкатился-то? Стой, дружище, стой. Мне нужно... Да блин, он вы... В смысле? А, оно выплевывает обратно. Значит, мне нужно сделать вот так. Все, я сейчас стану на прыг-панель, она скатится, и я полечу, как Рокетмен. Перепрыгну сюда. Здесь еще одно местечко. Красный и синий. Здравствуйте. Хватит делать побочные квесты, займись наконец сюжетом. Не хочу, я хочу сделать все. Кто знал, что под песочницей скрывается вот это вот все прекрасное? Ну да, кто бы мог подумать, что тут другой мир. Поставим кубик. Хочу зайти во все... Ох, сколько тут сундучков-то, блоков-то. О, золотишечко, скрытое золото. Значит, вот сюда могу залететь. Там что-то у нас есть. Тут сверху у нас ничего нет. Еще блоки. Там кубик, игра в кальмара. Куча всякого интересного. Прыг-панель активировал, чтобы отсюда выбраться. Кубик ставим сюда. А, он закрывает двери. Значит, мне надо с другой стороны его. Смотри, здесь нужна зеленая фигня. Это, то есть, вот про вот это дело идет. Есть. Активировал кальмара. Кубик сюда. Мы прыгаем туда. А дальше как? Подожди, если я кубик уберу, эти двери открываются. Здесь у меня... Все, понял. Улетела куда? Улетела сюда. Смотри, у нас, значит, получается, идет кругляшок, треугольник, квадратик. Понятно. Так, здесь у нас... Там квадратик. Там, по-моему, был кругляшок. Даже? А, нет, треугольник. Квадратик, треугольник, кругляшок наверху, скорее всего. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, где у нас... Да, вот он. А, это квадратик. Значит, там кругляшок. Квадратик в конце. Можно вот так вот спуститься?
Заходим. Треугольник у нас второй. Заходим. Хоп. Здесь оставлю. Там убираем. И получается. Нажимаем. Нажимаем. Теперь наверх. Теперь наверх. Давай. Да блин. Прыгни. Да. Я все просрал. Ну. Не успел. Блин. Ладно, что, попыточка номер два. Поехали. Сейчас должно все сработать. Вроде все активировал. Значит, прыгаем. Есть. Отлично. Чётенько. Что у нас тут? Здоровье максимально плюс один. О-о-о. Сколько у меня здоровья-то. Тут вроде бы все. Переходим к вот этой головоломке. Значит, там кнопка наверху, которую нужно активировать, чтобы получить... Фиг его знает, что там получить. Там вроде ничего не было внутри. Что ж. Нам нужно сейчас как-то положить телепорт. Телепорт таким образом. Таким образом. Хм. Каким образом нам надо? Нам как-то надо положить на платформу телепорт. А дальше-то как? Мне же все равно надо туда подняться. Для того, чтобы... А, куб! Точно. Куб нам поможет здесь. Давай проверим. Ага, точно. А это куда нас приведет труба? Куда ты нас привела? Показывай. Где я? Ха, в дом соседний. И здесь куча золота. Золотишечка. Золотишко, баблишко. Отпирай дверцы. Так, получается, мы в трех зданиях побывали. Осталось последнее. Вот это вот здание. Значит... Открываем все двери. Здесь не пройти. Там ключик, кстати. Ключик. Куда же он нас приведет, этот ключик? А чего он отпирает двери? Так, минутку. Значит, убираем куб. Заходим сюда. Дверки тут открылись. Можем спуститься сюда, вылететь на куб. Ладно, минутку. Минутку, секунду. Минуточку. Я здесь. Он ушел. А, так подождите-ка. Че туплю? Телепорт оставляем, здесь открываем, туда прыгаем, сюда заходим, оставляем. А, не, можно даже не оставить. Убираем. Ключик здесь, дверки открываются здесь. А ключик от чего? Кто-нибудь подскажет, от чего ключик? Синий ключ, он от чего? Что он открывает? Синий ключик. Вот сюда можно, видимо, спуститься здесь. А, вот чего. Так. Здравствуйте. Ох, водопроводчик. Это мое тайное пляжное логово. Приватная территория. Уходи немедленно отсюда. Это же мэр. Я понимаю, ты думаешь, что здесь тебя ждет продолжение сюжета, но нет, ты обломался. Так что вали. Вот так вот давненько я хотел сделать. Вот так вот. Еще электричество тебе. Вот так вот, вот так вот. И огоньком тебе жопинцу пожарить. Вот так вот тебе хорошенечко. Че, ты все со мной больше не болтаешь, что ли? Вот хитрец, а. В коробках есть что? Да у него тут тайник какой-то, по-любому. Здесь что-то спрятано. Я чувствую. Вот, смотри, можно спрыгнуть сюда. Здесь нет ничего интересного, уходи немедленно. И, а что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ты мне ничего не сделаешь. Короче, про сундук с цепями. Мне говорят, что это отсылка к сундуку из какой-то игры. Из какой-то игры, и этот сундук называется... Как-то сундук этот называется, он злобный, он, короче, с зубами, он кусается. Поэтому он на цепи. Забыл название этого сундука. Ну ладно, не столь важен. Значит... Кнопка это что активирует? Прыг-панель. Ясно. Даже не думай. Ух ты, негодяй какой. А ты что скажешь, Адя? У тебя есть все, что нужно, чтобы решить эту головоломку. Вперед. Блин, а как же мне тебя отдурить-то, а? Опа, он не смог сбить ее. Так, минутку. Если я сейчас... Сейчас... Как все просто оказалось. Нифига себе, как я улетел. Ого-го. Нифига себе. Это я в Клеттаун прилетел, что ли? Ничего. В самое начало? Офигеть. Куда это я попал?
Вот это да. Так, ну, во-первых, давай вот эту стенку разломаем. И я могу это сделать, кстати. Я разломал эту стенку и попал. Но здесь заперто. Почему здесь заперто? Видимо, я чего-то не активировал. Ну, допустим. Давай-ка сюда сходим. Куда я выйду? К лаве. Оу. Вот это да. Вот это поворот. И он там снова стоит. Ты погляди-ка. Как он сюда быстро так перебрался? Через трубу, конечно же. У него где-то была тайная труба. Ну что ж. Я предлагаю остановиться на этом очень жарком месте. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то поставь лайк под этим видео и подпишись, чтобы не пропустить следующего, на котором мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи.